Если ты не доел мясо, не получишь никакого пудинга. Как ты можешь есть пудинг, если еще не съел мясо? Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители, с вами Вячеслав Котляров. В Харькове 9 часов 13 минут, 06.06.18 год. Данный видеоролик я планировал давно создать, но все как-то не получалось. И если вы его видите, если вы меня слышите, значит, все-таки я его создал. Ролик я не стал размещать на своем основном канале. Моя основная аудитория, уважаемые слушатели и зрители, прекрасно знают, что когда я создаю ролики на подобную тематику, скажем так, их уничтожают. В данном небольшом ролике мы раскроем тайну одного клипа, а именно группы Pink Floyd. Клип и песня называется «Еще один кирпич в стене». Песня поется о том, что ребенка покинул отец. Он погиб где-то далеко, за океаном. Оставил фотографию всего лишь на память. И дальше в припеве идет призыв к неподчинению и к повиновению. Припев звучит: «Нам не нужно никакого образования, нам не нужно никакого контроля мыслей, никакого злого сарказма в глазах». Да, уважаемый слушатель и зритель, картинку, которую вы видите перед собой, даже посыл, на мой взгляд, не тайный, а очевидный и понятный. Миллионы просмотров у ролика. Песни данной группы по сей день очень популярны. Вы знаете, когда-то, года два назад, я делал ролик, который набрал немного просмотров, поэтому, наверное, его и не заблокировали. Он назывался «Самолеты падают в Макдональдс». Сравнительно недавно я сделал ролик про Кемерово, который был, по сути, заблокирован на второй день. Был удален мой канал, заблокирован. Вот, знаете, когда я вижу название роликов: «Смотрите быстрее ролик, а то удаляют». Вот Ас Вячеслав Котляров как раз-то и делает ролики, которые реально удаляют. Что рассказывает Вячеслав Котляров, то есть я, в данных роликах? Но о том, что мы находимся в ужасной оккупации. Часто спрашивают, кто оккупанты. Ну, классическая фигура слов, назовем инопланетные захватчики. Оккупанты, они оккупировали нашу планету и едят нас на физическом уровне. Возможно, для кого-то именно этот ролик будет первым из моего творчества. Ну, такое часто бывает. То есть, несмотря на то, что у меня на основном канале сколько на данный момент? Больше 40 тысяч подписчиков. И я, честно говоря, понимаю, чтобы канал как можно дольше жил, подобный ролик лучше не выкладывать на нем. Вот, я выложил на одном из своих каналов. Поэтому рекомендую посмотреть ролик, который был у меня удален сравнительно недавно. Я его разместил ВКонтакте. Вот там вот как раз-то качайте. И сами изучайте, и показывайте своим друзьям, знакомым и близким. На Ютубе, в принципе, можно найти его тоже. Добрые, светлые человеки разместили на своих каналах. Но просмотров там 5-6, поэтому ролики не блокируют. Повторюсь, кто впервые благодаря этому ролику сталкивается с моим творчеством, рекомендую основной канал Вячеслав Котляров. Там вы найдете массу полезных вещей и уникальных сенсационных открытий. Парадокс ролика, связанного с Кемерово, заключается в том, что я весь видеоматериал взял с Ютуба для этого ролика. Если вы их почитаете, там все вот то, что я вам говорю, многие вещи описаны. Описаны подробно, хорошо, вот, что происходит, как это все делается. Этот видеоматериал и сейчас можно найти, никто его не блокирует. Но когда я собрал с 5 роликов, скажем так, есть фанаты доказательной базы, и я предоставил доказательную базу в одном ролике, его незамедлительно заблокировали. Вот, ну, пожалуй, все. Основной посыл, который я хотел донести, я донес. От нас ничего не скрывают. В клипе в данном подробно и ясно говорят, как обстоит дело в том мире, в котором мы живем. Кто до конца не понял, еще раз назову вещи своими именами. Наших детей, человеков белорозовых, совестью, едят буквально на физическом уровне. И вся моя деятельность заключается в том, чтобы остановить этот беспредел. А с вами по-прежнему Вячеслав Котляров. Спасибо, что слышали меня, слушали меня.
Харькове 9 часов 25 минут 06.06.2018 года. До новых встреч в прямом эфире на Котлярова ФМ. Пока-пока.